Вот такая вода текла бы из-под крана, если бы не было станции обезжелезивания. В эти колбы она попадает прямиком из скважины, и в них же проходит первичную грубую стадию очистки. Затем вон в тех трубах она проходит процедуру аэрации, то есть насыщение кислородом. За счет этого частицы железа из двухвалентного состояния переходят в трехвалентное. Проще говоря, выпадают в виде осадка. И уже в этих резервуарах вода проходит финальную стадию очистки. Год назад оборудование на станции в массиве ИЖС Комсомольский-49 полностью обновили, чтобы окончательно закрыть вопрос с качеством. Но осталась другая проблема – дефицит воды в летний период. Когда вот активно полив идет, хватает всегда воды или все-таки иногда бывают перебои? Перебои бывают. В поселке бывает, у нас нет, потому что мы там в низине, у нас вода, в принципе, не доходит постоянно. А в поселке жалуются, да. Перебой с водой не бывает. Вообще никогда? Никогда. А вот когда активный полив? Когда вот активный полив, да, ну ловим время как-то поближе к вечеру. Станция обеспечивает водой 1000 домов. Норма потребления на один участок – 2 куба в сутки. То есть для стабильного водоснабжения района необходимо 2000 кубов, а мощность станции больше, позволяет выдавать все 2400. Однако в летний период, в сезон полива, многие потребители, особенно те, что без счетчиков, допускают перерасход. И нагрузка на сети вырастает в несколько раз. Резервуара с запасом воды в 500 кубов просто не хватает. Поэтому в начале апреля стартовали работы по строительству дополнительного хранилища еще на 500. На сегодняшний день сделано основание резервуара. Ведутся работы по устройству каркаса стен и колонн. До конца апреля планируется закончить строительно-монтажные работы по устройству резервуара. Ну, и также будем производить работы согласно нормам правил. 1000 кубометров запасного хранилища должно хватить, чтобы обеспечить район водой даже в пиковые летние нагрузки. В любом случае, мы все равно призываем всех жителей, всех владельцев, кто активно пользуется системами полива, огородов, газонов, иметь дополнительные свои резервуары под 1-2 куба, чтобы вот в пиковые нагрузки использовать их для полива в первую очередь, а уже потом пользоваться сетевой водой. На сегодня 42% жителей микрорайонов Комсомольская, 19, 49 и 50, которые обслуживает эта станция, заключили договоры с горводоканалом. Практически у всех из них уже установлены счетчики. Когда ими обзаведутся и остальные домовладения этих массивов ИЖС, нехватка воды в сезон пиковых нагрузок должна окончательно уйти в прошлое. Глеб Дудкин, Эдуард Горелов. Такой день на Мир Белогорье.